Please tell me that I can't, that I won't, that I fail, that I'll never make it out, yeah. Please tell me all the bad, never good. Hey, всем привет, привет вас на канале Денчик заценит, и сегодня мы посмотрим. Я считаю, что такой, наверное, суперский фэнтези-приключенческий сериал, трейлер к этому сериалу. Сериал выйдет 30 ноября 2022 года, называется он Willow. Сериал про компанию друзей, которые отправляются путешествовать далеко за пределы своего дома. Им придется встретиться со своими внутренними демонами, объединиться, чтобы спасти мир, свой мир. Поэтому мы не будем затягивать. Давайте, я думаю, посмотрим трейлер. Кто смотрит, приятного просмотра, кто кушает, приятного аппетита. А мы поехали. Начало такое вдохновляющее. А что нет? Правдивые слова. А что тьма? А теперь... Забудь все, что знаешь. Пойдем со мной. Не. Уиллоу. Прикольно. Мы ищем чародея Уиллоу. Доктор. Мне говорили, что давным-давно ты убедил всего зла. Ты напоминаешь свою мать. Мой дорогой друг. Я думала, что смогу предотвратить это. Я ошибалась. Мой брат похищен. Мир актеры, конечно, подобраны. Ему нужна твоя магия. Неплохо. Следуйте за мной. Маленькие человечки такие, выйти, не? За пределы нашего мира. В неизвестность. Уиллоу! Мне нужна помощь. Как в старые времена. Бью, бегу, есть еще меньше человечки. Хаос, бардак и счастливый конец. Наш истинный враг все еще где-то там. Сплачивает силы зла. И единственное, что стоит на его пути, это мы. Хочу насладиться этим. Думаешь о том же, что и я? Сильно сомневаюсь. Отведите его в мою палатку и сможете. Я не знаю, но похоже, у нас одни и те же мысли. Когда я был ребенком, я представлял себя чародеем, который посещал странные миры и сражался с монстрами. Бежим! Я не думал, что это станет реальным. Что это такое? Тролли, не злите меня. Поняли. О. Поторопимся. Ой, извиняюсь. И как ты нас победишь? Так же, как и раньше. Красиво, красиво, мне с нравится. С моими друзьями. Красиво. И правда, друзья, это... Уиллоу. На вес золота. Озвучено специально для канала в рейтинге. Да, напишите в комментариях, что вы думаете по поводу этого сериала, трейлера. Я-то точно буду смотреть, тут даже без разговоров. Актеры подобраны хорошо, я думаю, что сценарий тоже будет довольно-таки хороший. Будет смотрибельно. Нарисованы, рисовки все красивые, ну, по крайней мере, в трейлере выглядят красивые. Так что я думаю, что да, смотрите, буду, но напишите, будете смотреть, вы не будете смотреть. Кто смотрел, спасибо. Подписывайтесь, ставьте лайки, жмите колокольчик и до следующего раза. До следующего раза. Okay.